Основную массу поглотила идеологема пренебрежения родословного древа. Неинтересными стали имена прабабок и прадеда. Память о предках истлела, сгорела. В лету канули князья, монархи. Куда подевались патриархи? Документы составлялись теми, кто на подарки были падкими. Пятая графа обезображена взятками. Чтобы проверить устойчивость убеждений, придуманы свидетельства о рождении. На этой теме подорвали куш. Красная звезда занималась ассимиляцией душ. Мы не скроемся от приговора, вынесенного пророками. За оградами высокими свойства яка узнал издалека. Отец наблюдал за детьми с облака. После погромов и разрушения храмов постановили раввины. Главное, кто мама. Однако полукровок не минула драма на помосте Холокоста с вечными жидами. Их прародителей раздается голос дерзкий: сам спаси себя, сними с себя с креста. Неужели над тобою попусту красуется вывеска, на которой написано по-римски да по-еврейски о том, что ты царь иудейский? Их прародителей раздается голос дерзкий: сам спаси себя, сними с себя с креста. Неужели над тобою попусту красуется вывеска, на которой написано по-римски и по-еврейски о том, что ты царь иудейский? Конец сентября, и в Бабьем Яру опять соберется немало народа. Здесь они вспомнят ту боль и ту жару. Скорбит все здесь, и даже природа. Земля напоена кровью густой, и воздух какой-то кричащий, пустой. Йом-Кипур — судный день небесный, а приговор почему был земной? Прости меня, мой соплеменник, за то, что я стою здесь здоровый, живой. За то, что я не твой современник. За то, что я не был убитым тогда с тобой.